Уважаемые казахстанцы, в связи с последними событиями в нашей стране, государством предпринимаются различные меры по безопасности и здоровью наших граждан. Лично от себя, от Министерства культуры и спорта, я хотел бы попросить вас соблюдать все те меры, которые предпринимаются государством. Все делается ради безопасности и здоровья наших граждан. В данный момент у многих жителей нашей страны появилась возможность уделить больше внимания нашим семьям, развиваться, почитать литературу, провести время с семьей. Я специально вышел на улицу, чтобы показать нашим жителям, что можно делать различные упражнения вот на таких тренажерах, которые стоят практически в каждом дворе. Мы обычно начинаем разминку ног, коленостопного сустава, коленного сустава. Но я предпочитаю растягивать мышцы. Я вот после пробежки аккуратно растягиваю мышцы. Бедренный сустав. Вот так, аккуратно. Туловище размяли, переходим на плечевой сустав, локтевой сустав. И начинаем вращения разные. Можно в прыжках поделать вращения. Кисти рук, разминаем кисти рук и мышцы шеи. Для тех, кто никогда не делал упражнения на турнике, не подтягивался, я бы посоветовал начинать с 3 повторений. И можно где-то сделать 8-10 подходов. Для тех, кто уже занимается, можно делать уже 10 повторений. И, соответственно, можно сделать даже и 5 подходов, чтобы нагрузиться хорошо. Для любителей можно и 5 повторений по 5 подходов, в принципе. Просто упражнение в турнике. Вот. Фух. Закончили упражнение на турнике. Немного так сложновато. Дальше перейдем на брусья. Упражнение на брусьях, повторение на брусьях. Также можно делать 3 подхода по 10. В принципе, нормально, для здоровья пойдет. И пошли. Отлично. Сейчас немного отдохнем. Покажем вам, тот, кто хочет упругие мышцы, приседания должны быть направлены на нагрузку именно тех мышц. Я хочу нагрузить задние мышцы, и поэтому я специально напрягаю задние мышцы, приседая вот таким образом. Раз. И мышцы напрягаются. Два. We'll be right back.
Все, на этом я завершаю свою тренировку. Хотел бы попросить наших уважаемых казахстанцев, граждан наших, быть терпеливее к тем мерам, которые предпринимаются государством. Это делается для нашего же блага. Мы сами ищем все способы для занятия спортом и на улице, и в домашних условиях. Поэтому я вас также призываю, если вы сидите дома, не поленитесь, растягивайтесь. На телеканале «Казспорт» много различных программ показывают касательно здорового образа жизни. Укрепляйте свой иммунитет. Безбергемес, Алга, Казахстан!